5 ноября 2038 год. Киберлайф. Пипец, сразу мы пес на жопу херили. Жестко. Что это за девочка у нас? Девочка-робот? На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. В 200 языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса. Так, мы можем, чтобы смотреть, использовать тебя, Миш, я понял. Тебе есть улики, че шо? Сколько стоит? Сейчас на эту модель. Ты нас хочешь купить, типа, да? Мы типа робот. Так, всякий тоже чувачок, какого хочешь купить. Это делает любую работу по дому. Следит за садом. Android зона. Мы берем. Прекрасный выбор. Идемте со мной, я оформлю заказ. Какого они купили? Я так и не понял. Ты черный дядя и белая девушка. Бесит этот хлыщ. Ой-ой-ой, тут такий особливо піхотик, якийсь мені не нравиться він. Ну, конечно, він не в... не внушає довір'я. Була просто в хлапі. Що, говорите, з ней стряслось? Да на дорогі. Фургоном збило. Ну-ну. Мені кажется, що по ньому не видно, що фургоном збили просто так. Теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. Яка? АХ-400, запиши свое имя. А имя мне треба... Кера. То есть новый персонаж. Мое имя Кера. Мое имя Кера. Сони Интрами. Так, презентую. Так, вступление. Ребятки, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик, комментируйте, ставьте лайкосики. Приятного просмотра. Интересно, закон раба мира, чи це уже все? Типа... Я ее просрал, можно сказать так. Дуже интересно. Так, весь город. Вы подивіться, что типа в будущем. Типа нас жде. Всякие дроны летают. Все электрично. Дороги чинить, как николи. То есть, это походу проблема будет всю жизнь. Во всем, все время. Роботи будуть з людей все робити. Побачимо, як воно буде. Електрокари. Довгувате вступлення, кстати. Давайте подивимося, що нічого не пропустить. Так, це роботи їдуть додому, я так поняв, шукають автобус. Бомж якийсь. Щось собирає, без поняття, на Android чи що? Кера їде своїм новим... Не, новим старим. Старим новим, точніше, так би правильно сказати, додому. Маленький штат якийсь, маленький деревня, грубо говоря, американська. На пікапчики. Detroit Become. Так, 5 ноября 2038 год. Так, це у нас осінь, да, якась. Время 9:38. Так, роботи убирають. Везде роботи. Та новий персонаж, який нас, як я понимаю, нам його показують. Добратися до магазина краски Белли. Блін. Так не хочется ничего пропускать лишнего. Ты понимаешь, что в любом случае пропустишь, потому что... А я не могу, да, тап прожимать. Подойдите на эту коляску. Обычная коляска. Ничего нового, я думаю, там какие-то что-то подумать поинтересно. Я забыл... Так, роботы, вы что стали? А ну киш. На мой наприходит, да, зеленый? Он даже спешит, типа, чтобы... Так, нажмите следующую клавишу для использования GPRS. Ага. Забрать заказ номер 847 магазине краски Белли. 62 метра, я понял. Добраться до магазина. Я ничего тут не пропущу, мне интересно. Давайте подивимся. Вокруг.
Саша нам показывал вступление, как этого робота звать, мне интересно. Ну, непонятно. Так, идем до этого... Краски Белли. Так, где он находится? Далеко еще? 40 метров. Джеймс и Картер. Ага, тут мужик какой-то вступает против робота. Против робота. Бывает. Ну да, роботам проще. Так, 14 метров, да? Еще трошки. Магазинчики всякие. Блин, копачешь. Ага, нам сюда, да? Так, отлично, забрать заказ. Ну пока ничего сложного, открыть двери. Открываем дверку. Добрый вечер. Или день. Подсоединиться. А, он руку, пальцы приложил и все. О, прикольно, типа шкод. Идентификация успешна. Что нам дают? Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Ну, тоже кис робот работает. F проплатить. Прикольно. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. И забираем эти книжечку, что она такая без понятия. Выходим, да? Слушай, можно не... Мишку это дергать, я понял. Что нам дальше это делать? Мы забрали заказ, 847. Используйте следующую клавишу для приключения ракурса камеры. Левый Ctrl. Я понял. Ага, понял. Типа, чтобы развертаться по-быстрому. Прикольно. Так, он домой на автобусе. Камон, а чё он так персонаж далеко? Чё я на ту сторону иду? Ага, всё, оно переключилось. Так, автобус на остановку там, если я понял. Опа. И давайте поднимемся, как... Играя музыкант на своей гитарке. Пожалуй, хватит. Спасибо. И на этом спасибо. Так, наша тут будет... Мы можем шать на полиции, у них машинки прикольные. Так, наша зупинка. Дивите, как роботы стоят. Подождите. Вернуться домой на автобусе. Камон, я на ту сторону пришел, чи шо? Камон. Нам треба тут подождать? А, мы нам кинуть монетку чи шо? Чи нам треба до кінця подождать? Давай, подивимося, поспіваємо, може мені якусь монетку йому кинем. Не понимаю, чого ми, типа, чого воно поки що за задання. Да. $1. У нас немає $1. Ну все безплатний, без... Короче, сказати його. Все в сіті. Голос прикольний. Розробочники молодці. Графоні теж пушка, хоч і гра вийшла ж спочатку на консоль. Ладно, йдемо на остановку. Спасибо, я послухав цю музику, но ні. Там мітинги якісь. Так, 33 метри. Не проти роботів, да? Опа, що у нас... Опа, що... А волнує тебе? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Что ты у нас хочешь, чувак? Шевелись! Кому нафиг ты его напихнул? Посмотри на этого говнюка! Работу увел, а пальцем тронь посыпался! Да! Да! Вставай! Да,
Чего они нас обижают? Стоим. Кью. Вставай. Я не понимаю, что треба. Як встать, чо не ж нажимаю все, що надо. Ага, понятно. Я понял. Прилипну до кнопочек. Кстати, в ФПСК сценах просідає до 30. От 60. Катсценах 39-35-45. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ты пофиг, он же андроид, типа, камон, он ничего, ничего не есть. Ну як, ну сразу полять такую жидкость и все. Спасибо, офицер. Это на наш автобус? Заходим, я так понял, это наш автобус. Так, и тут остальные андроиды едут тоже по домам. Люди отдельно, андроиды отдельно, прикольно. И правильно с одной стороны. Как то нового персонажа звать? Я походу эту часть разделю на две, потому что сильно долго выйдет. Так, Маркус, я подожди, я слышу. Маркус сел в автобус. Блин, а чё так дофига я пропустил про волка по парку? Что тут можно было сделать? Я даже не бачив, если честно. Послушать музыканта мы послушали. Тут, видите, сколько было всяких миссий, я всех прослал. Маркус набросился протестующий. Це да, и тут ще якусь я не выбрал. Після заказ. Блин, там багато чого всего можно. І... Блин, я даже не знал, что так можно. Блин, ладно. Опять-таки, мы не будем проматываться. Так дальше. Продолжаем. Так, 5 ноября 2038 год. Це Кера, да, дому йде своїм новим. Старим новим. Так, дом згорівши, як бачу я. For sales. Це їхній домик, походу. Да. Потрепаний весь. Приходи, Кера. У нас кто здесь? Девочка, наверное. Так, используйте клавиши для переключения ракурса. Подойдите к дому. Ты идешь? Не, не иду, блин, ты не бачишь, что? Так, наш новый дом. Тебя не было две недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, кладочка и все у нас, по короче. Части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! Девочку звать Алиса. А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этап. Короче, мы все делаем. Девочка втекла сразу. Блин, на катсценах. Так, зажмите сканирование окружения. Ага, на цитра нам треба тут все прибрать. Окей, я понял. Давайте сразу до стола. Берем мисочку, убираем. Девочка опять вернулась, спустилась вниз. Давай мыть посуду, включи пылесос. Окей, я не знаю, куда ее нести. Ага, туда. Так, пока он телек дивится, по телефону трендить, мы будем убираться. Может. Задействовать, да? А это смотря что надо. Включаем. Просканировать. Шо, а шо, а не понимаешь, что такое? Посудомоечная машина. Усусь заказ сделать. Ну заказ. Да. Я достану. Вы заказали деталь. Ага. Хорошо. Так, мы им посуду. Ой. Оп, у нас вышло, все вышло. Ага.
Так, давай, давай. Драй, да, драй я посуду, драй, драй. Тут даже шитер прожимай кнопочки, камон. Стрема забыл, что не нажимать трабан, а просто постараться нажимать на кнопочку. Забываю. Отлично, мы ее с первого раза научили. Так, Алиса за нами наблюдает. Алиса, мы ее запомнили. Это отлично. Давай, Кара, драй посуду. Камон, ты не могла запомнить, что как посуду мыть? Что, вам каждую мисочку так выдраивать? Кара! Да, тут? Пиво мне холодного! Слушай, тут пиво. Да о, мы же... В холодильник пошли, Кара. Пивас. Взяли. Тот, иди сюда. А, ну хоккей, дивиться. Поставить. На, сьорби. Не стесняйся. Так, а давай-то подаемся в хоккей. Хоть трохи. Что он там играет, сейчас шайбу забе. Чего вылупилась? А что, не можно? Катись отсюда нахер! Катись отсюда нахер! Вернусь к работе. Так, ну может по лицу сестра включить? О, я иначе знал. Давай, пылесос, пылесос. Так, а мы подключим, смотреть задний двор. У нас, да? Алиса! Та, а ну прекрати сейчас же! Боже, камеры такие ужасные. Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Все, да? Так, кто тебя не бесит? Сам себя всех бесишь. Давайте осмотрим. Принести одежду. Окей. Блин, камеры меня трошки напрягают, что я переключаю просто раз. Ага, нам треба взять кошик. Чтобы поскладать туда чистую сухенькую одежду. Снять. Снимаю. Я надеюсь, ты сама все снимаешь, тебе просто раз нажимать. Робот, блин, может заполниться. Так, Алиса. Заебал гулять, интересно. Перестирать белье. Так, це я так понял, она на дворе стоит, да, все? Опа, присесть, можно присесть. Так, и давай посадим до девочки. Пообщаемся с ней. С Алисой. Давайте поиграем. Тебе скучно. Хочешь, поиграем? Нейтральная, то есть вон у нас по коньяк. Давай двор. А? Алиса уже трошки до нас, але все равно уходит. То есть Миша не завоевал ей доверие. Так, давай стирать. Потому что с бузу нас будет кричать. Так, перестирать белье, да? Ага. Идем. Ага, все, я думал, то стара. Стара фигова. Не, игра хорошая, стоит их денег, так сказать. Порошочек. Давай, только не полностью насыпь туда. Опа, это что у нас такое? Какие-то наркотики? Давай просканируем и красный лед. Сольная кислота. Опа. Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Подписи под глазами, какие. Не лезь в мои личные дела, Синяки. Если не хочешь разозлить. Понял. Хочешь разозлить? Нет, тут. Блин, а что на ней там височку жовтая, красная, это типа, когда она недовольна, она боится? Вот синенька, она уже, я так понял, она синяя, когда она спокойна. И типа это на другое. Так, мы все задания выполнили. Так, собрать мусор. Убраться.
Собрать мусор в корзину. Она хочет с ведром ходить мусор, ну, да. Ну, это типа логично. Брать мусор со стойки, брать мусор на кухне. По красоте все делаем правильно. Так, подождите. Брать мусор на кухне, да? Одни пивные банки, жестянки, стекляшки. Так, да, мы еще там даже не мусор убрать. Журнальный столик. Камера. Что у нас тут? Бизнес такси, да? Бизнес такси класс. Бизнес класс в такси. Все типа хватит, давайте на него, я понял. Камера. Ага, собрать. Сейчас скажи, блин, не мешай, 100%. Уйди, уйди, сейчас скажи. Инфосотка, а не? Вообще. Так, вынеси, да, нам надо. Вынести мусор. Пошли, Кэра. Вытолкаем там все говно, дерьмо. Опа, у нас там что-то есть. Какие-то платежки, да, наверное. Банк я бачу. Все остальное я не понимаю. Финансовый якось. Инвойс. Короче, без понятия. Так, на улицу. Пошли, Кэра. Блин, камеры то переключать мне не очень нравится. Ну все, мы свидание сделали. Срочные поручения, вынесли мусор. Так, у нас на дворе ничего не мое, правильно? Ага, нам тогда дома вернуться. Давай, шевели жопой. Что за херня-то? Что не так? Поговори с Тодом. Пошли. Он что-то взбешенный. Ой. Мы хорошо начали. Блин, не то нажал. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Понял. Так, прибираться наверху, да? Давай-то поднимемся, что мы все сделали. Опа, тут что-то на якусь пропустили. Читать. Ты читать умеешь? Угу. Так. Фига себе. Книжечка. Что это за звуки такие? Вздохи, блин. Так, я понял. Вышли. Мы все почитали. Ага, він траву курить читать. Не, подожди, не все почитали. Так. Так, следующая страница. Там все почитали. Страница 2. Все, все почитали. Камон, хорош. Так, наверх. Платежки мы бачили. Угу. Камеру-то приключить. Забываю все время. Что у нас там валяется? Надо ничего дивиться. Так, нас тут что у нас? Давайте сначала тут, бо тут бардак. Ужас. Прибраться гитару на місце. Наводим порядок дома. Читать. Ты хоть читать опять? Ну ты, блин, читака. Давайте страницы все повертаем. Про андроида там якось. Ми його читати не будемо, потому що, мені кажется, це бред, там нічого такого немає. Тут про машину якусь електричну, типа Тесли, короче. Все, спасибо, почитали. Ми трошки ознакомились з цим. Прибратися. Тут якісь пластинки, правильно? Які можна слухати. Что у нас за таблеточки? Антидепрессанты, ты же не можешь заснуть, да? Для этого он такой злый. Опа, пистолет. Камон. А чего она дала этому значение? Не продала. Разблокировала диалог или действие. Это нередко бывает полезно.
Фигово, походу, ну, а может хорошо, фиг я знаю. Побачим. Так, девочка пошла наверх. Давайте душа, прибраться. Чипсы всякие. Бутылки. Что там? Все? А не, подождите, там что, компьютер что-то. Мы все тут, кстати, не все зарубили. Включить телека мы можем. Но развивается, типа, да, зараз? Следующий канал. Окей. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент... Все, короче, подивилася, хорош. Сильно... Мы все... Ага, мы в саду не все зробили, да? А, тут окошко треба открыть. Приветрить. Приветрим команд. Тут нам тут угода, треба щось. Убраться в комнате. Платежки. Тут тоже платежки какие-то есть. Одни платежки по дому раскиданы. Что там, что-то важно? Раз она ее так внимательно дивится. Так, подожди. Блин, ладно. Брата в команде Алиса. Подожди, мы сейчас книжку не так все, не все почитали. Камон, все считали. Ладно, не, не суть. Ну, ну, выбрали с команды туда, окей. Хватит. Понял. Пошли до Алисы. Подожди, мы можем, да? Убраться в ванной, давай уберемся в ванной. Фиг с ним, так тут контр помыть. Что-то какая-то недовольна вышла. Так, что у нас тут? Ой. Комната Алисы, да? Что она хвалит нас? Я хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Она за мной разговаривает, не хочет, боится нас. Ну, она понимает, что мы добрые, то и... Все будет good. Там за кошком, да, что-то? Shift, проветрить. По классике. Мне что-то открыло там. Так, это нередко бывает полезно. Так, дальше погулять с девочкой, насколько я понимаю. Присесть, поговорить. Так, слушай, дружелюбно. Давай, это дружелюбно. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Так, интересы. Давай ты интересы. Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Имя Кэра притихла. Давай ты притихла. Ты притихла. Ты ведь меня не боишься. Так, давай ты тря оставим в покое. Хватит. Тебя нужно оставить в покое. Я лучше пойду. Куда бежишь? А не. Что нам она дала? Была в своей халабутке маленькие. Так, ключик, да, нам дала? Отлично. Значит, я все правильно роблю пока что. Так, убраться в комнате Алисы, провести Алисы, срочные поручения выполнены. Получить туда новые указания. Подожди, тут что-то. Так, открываем ящичок. Что там в ящичку там ложить? Не зря она дала нам ключик. Ага, мама там, да? Я не хочу пытать девочки про маму, мало ли там что. Давайте ознакомимся с ним. СБ, как цей лисочек называется, так что... Сори. Кто такий молодий був, не алкаш? Не наркоман. Малюнки. Ой-ой-ой, що там за малюнки з красним? Наче в голову вистрілили. Так, вона туди злим малює. Батю свого.
Так как он бьё маму, типа... А, не, бьё робота. Руку одломал. Алиса плачет, насколько я понимаю. Так, она что-то напряглась, уже успокоилась. Положить обратно. То есть Алиса с нами не говорит, но нам дала знать, что было раньше. Теперь Кера понимает. Правильно? Правильно. Так. Ну, а у нас там еще какие-то задания. Блин, Ваня, да? Братца Ваня. Давай приберемся еще в ванной. Так, белье. Прибрать всякие баночки, шампунчики. Кью. В зеркало подивилася. Что еще надо? Все? Тут все чи не? Не, не все, еще половину помили. Давай. О, лучше нас заключают. Вон я хвала шушить по-быстрому. Чух, 3 секунды и пол помытый. Хорош. Так, вы помыли пол. Отлично. Дополнительное задание поручения выполнено, да? Ну что, выходим отсюда. Подождите. Это дом. Камера. Все есть. Что у нас за заданием? Да, есть что-то. Ладно, давайте вниз спустимся, я не знаю. Так, это ванна. Ой, я не ту сторону пішов, да? Нам сюда. Спускаемся. Жаль, что трошки не можно ускорить ее ходьбу. Так, что она за наблюдает? Чего делаешь? Я играю. Играешь. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Жесть. Ради ты не, конечно. Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь! Интересно, робот что суцей? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Он опять обнюхался этой фигни. Наркал его хреном. Ты знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. И понеслась. Душа в рай. Так. Шо, мы тут все нашли? Походу, да. Тут мы полностью. Тут зараз мы полностью. А я не могу его. Опа-на. Так. Дивіться, А не, подождите, камон. Бразин даже первым. Мы что-то просрали. Тут же мы получше поработали. Кер видит, как можно спуститься. И Кэр видит пистолет, то есть мы все... Ага, через окно типа тогда мы нашли, я понял. Отлично, продолжаем дальше. Что было дальше? 5 ноября, 2038. Куда мы будем ехать? Кто выходит тут? Ага, это с заказом чувачок. Я не забыл, как его звать. Добро пожаловать, Маркус. Маркус я звать. Наконец-то мы узнаем, кто. Теперь мы за него мера, да? У нас есть... Так, положить заказ. Давай положим. Поставим. Мы можем в зеркало подивиться, да? Давайте подивимся, полюбуемся на свои красивым. Так. Кью. Опа, який лучший тупо, да? Камера. Тут у нас еще что-то было. А птичку выпустить, чи надо? Зачем птичку выпускать? Вона настоящая, походу. С включить. И поставить. Да, птичка тоже робот, камон. И теперь цвет тоже, да? У меня же теперь я сам. Лол.
Пипец. Прикольно. Что нам треба делать? Тут у нас есть какие-то задания. Нам наверх, да? Давайте еще раз подаемся. Маркус. Так, подняться наверх. Полетели. Так, это кресло, я так понял, электричное, да? Разбудить кость там. Дедка. Он за кем-то ухаживает, да? Так, давайте поднимемся. Это какие-то олени. Оленя. Тарабонить. Подивилися мы на него. Так, нам куда? Подожди, тут тоже подивиться. Это какие-то кости динозавра. Да. В яку нам сторону? Ага, нам вниз. Щоб нам спуститься вниз, треба куди йти? Фіг я знаю. А, давайте проходимо, пройдемося. Не тяжело ж. Може тут щось нове відкриється нам. Якісь улічки. Уліки, не уліки. Без поняття, короче. Так, тут ці книжечки, да. Так сказати, обдивимося домик нашого. Нам сюда было, блин, ладно. Ну ладно, ничего страшного. Ой, двери сами открываются, камон. Развинуть шорты, да, шторы. Пошли, темно на натуре, темно. Статуха медит. Нормально. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная, 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Так, да. Утром я забрал краску, которую вы заказали. Лекарство. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. В чем? Ты ничего не забываешь. Действительно. Лекарство для чего? Это типа для памяти якось? Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Ты что? Чего оно продавая ему сил, энергию, че что там оно дает ему, без понятия. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Побил ее трошки, согласен. Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет-нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Так, юная сам, дедулю. Тут раз зажимать. Фиг простишь, как она работает. Ну, он сам дитка. Він не може ходить, да? Я понял. Він через мене вся комнаті пролутала, він якийсь художник. Все, ми її помили, да? Ми далі кроватку обратно ложимо. А, ні, на його крісло сиділку. Не сиділку, а який він передвигається. З помощью чого він передвигається. Давай. Так, ми його веземо, да? Розбудили Карла, посадіть Карла за стол. Є щось сьогодні в планах? Ми тут все пролутали, тут нема що лутати. Да, в музеї сучасного мистецтва відкривається ваша ретроспектива. Чотири приглашення від директора галереї з просьбою підтвердити присутствие. Нам сюди, правильно ж? На цю фігню його посадити, пересаджувати. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. Письмо с электрона. Сейчас не спустится, камон. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Игра даже 60 FPS easy. От. Этого. Подождите, нам треба его взять, да, с собой? Вот соединить. Я уже забыл про деда.
Двери сами открываются, правильно? Правильно. Я проголодался. Завтрак уже готов. Ну, пошли, похаваешь. Все, как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Угу. На касценах тільки хіба що ФПС трошки просідає, ну це нічого страшного. Так, нам треба його подати завтрак, да? А де в нас завтрак? Я так поняв, раз нам на двері показують, да, кухонька. Тут нічого такого сложного немає, поки тільки просто... Поднімісі, грубо говоря. Смайлік на чашці, це сильно. Давай отнесем це Карлу. Хай кушає. Старпьор. Дідуля. Сил набирається. Вони йому пригодяться. Там якісь фруктики йому даже. О, даже відкривати треба. Бікончик. Спасибо, Маркус. Гарячанький чайочка йому. Я сказав телевізор і сразу телевізор включився. Нормально. Все придумано. Все на електрики. Найди чим себе зайняти, поки я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Офігеть. Найди чим себе зайняти. Ага, я бачу, там три задання. Кью, да? Це шахмати якісь. Інтересні. Іграть? Давайте поіграємо. Сіс. Давайте. Що, самі з собою поіграть? Камон. Дідо за нами наблюдає. Ну що, в шахмати зіграємо? Звісно. В рапід? З удовольствием. Блін, я не встиг нажать. Виграй, давайте виграй. Давайте діда виграємо. Опа, чина. Вот это называется в пух и перья. Ну да, где уж мне старику тягаться с машиной. А можна було йому податься? Обосновать? Давайте извинимся. Подержим. Простите меня, Карл. Я думал, не что... Не извиняйся, ты все сделал правильно. Я предпочитаю честность жалости. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Окей. Кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все. Зморшка так прикольно прорисовала деда Карла. Тебе кто ты. Едем-ка в студию. Камон, я нашел на все, все сделал. Чем себе занять? Подождите. А тут більше нічого немає. Все, да? Я типа все вже просрав. Фігово. Фігово. Ну ладно. Відвезіть в студію. А що він там, чим він там займається? Дивіться, скарки, буває, конічки всякі. Так, я так понял, нам сюди його, да? Подожди, куди нам його? Я не знаю, куди нам його вести. Ага, на центр просто було. Тут дід чудить щось. Посмотрим, на чому остановились. Сними чехол. Так, снять чехол. Камон? Ага, просто підійти і руками, да, роздвинуть. Так що він малює тут? Якісь карляки, мазяки, фігаки. Братися в студії, да? Є нас тут якась місія? Не вгадав. Все там, все там. Кью, подивимося на його всю цю херобору. Так, убратися. Красочки.
Красиво все поскладаю. Пока дед молю я. Тут нашу. Холсты. Сейчас, как он называется? Бумага, короче, для малювания. Ну, она не обычная, насколько я понимаю. Ага, там еще есть, да. Возле столика. Я ще щось не убрав. Ага, ще краску не убрав я. Пензлики, точніше. Ну все. Ти закончив малювати? Закончив. Натхнення, мабуть, пропало. Честно, что там намалевано? И нам расскажет? Мы узнаем это. Ну, и каков твой вердикт? Так, ну раз не давайте, давайте деда порадуем, нам радоваться. Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Шо, хуже бы я малевал? Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Давай. Сейчас я их намалюю. Ты офигеешь. Эти предметы для рисования. Давай нарисую статую. Окей, хаба статуя. Як все просто, у меня даже мимики немає. А як тут за... Ага. Дід за нами як пісня наблюдає внимательно. Ну, прикольно вийшло, кстати. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить. Показать ее своими глазами. Он просто скопировался. Я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Давай закроем ему глазки. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Так, андроиды, человечность, личность. Давайте про личность. Он нам хочет, чтобы я был личностью. Давайте мы и намалюем личность. Отчаяние, сомнения, пленник. Андроиды, давайте. Личность андроида намалюем. Раз он так хочет, про личность нам намекает все время. Давайте так и сделаем. Раз мы андроиды, давайте про андроиды будем говорить. Малювать. Пусть он думает, подивиться. Творить. Рисує. Жовтанько все. Молодец. Я вас буду кизвать, правда? Дай пофиг. Фига ты тут его малюешь? Камон, давай без лиша. О, он сова типа намалював. Боже мой. А ты художник. Так, ты... Это кто такой?
похоже на деда, то может сын его. Привет, пап. Да. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Вы на кисок долбанный начал. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Капец. Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Понятно, видишь, что он обдолбанный. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Мой ответ нет. No. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Собаки замес? Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный? Он андроид пока спокойный, потому что у него сынанька. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он гребаный робот. Опа-на, не дозизлив его. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Давай, сынок, иди вот сюда. То есть ты на кровати поспишь? Че все, че конец данной миссии? Да, конец данной миссии. Ого, мы багато чого попропускали. Давайте подивимося. Зараз вам настроїться. Так. Активируйте птиц, там ще щось можна було активувати, кому он не пропустив це все. Шахмати, ну блін, я після того, після шахмати нічого не міг зробити більше. Так. Видите, Карла в студії, тут ми все зробили, тут все зробили. Ну, картина малюється, понятно, що по-другому ніяк. Так, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.